В Одинцовском центре эстетического воспитания День театра отмечался широко. Здесь состоялся второй тур фестиваля «Театральная весна» в рамках районного конкурса «Ступени». Отрывки из спектаклей представили ученики районных школ и творческих культурных центров. Уважаемые конкурсанты, вы успешно прошли первый этап нашего конкурса, в котором участвовали 16 театральных коллективов. Но жюри выбрало 9. И которые как раз мы сегодня можем их увидеть. В этом году все выступления ребята посвятили русским народным и зарубежным классическим сказкам. Главными критериями оценки в этот раз стали актерское мастерство, костюмы и творческая подача. Клуб «Литературная гостиная школы имени Светловой» представил зрителям спектакль «Щелкунчик». Ребята помогли гостям праздника окунуться в атмосферу рождественской таинственности. Храбрец! И тебе придет конец! Мой сынок, король мышины, не простит моей кончины. Театр-студия «Гармошка» вышел на сцену со стихотворением Сергея Михалкова «Как старик корову продавал». Конкурсанты в своем выступлении смогли передать всю красоту и неповторимый колорит русской народной культуры. Конкурс среди юных актеров традиционно проводится накануне Международного дня театра. Всех призеров и победителей в апреле ждет награждение и большой галоконцерт, посвященный фестивалю «Ступени». Дарья Сутягина, Леонид Бурдин, телекомпания «Одинцова».